Ай! Ай! Есть? Кто? То один отбираю. Оно самое техничное, пускай попробуют. Потому что деревянное оно, нам оно точно. Свол, иди побей поворот! Вот он, раз, сколько снимаешь? Не, ну они что-то сейлки свои предложили. А мы играли че? Сейлки не играли. Ну это уже, конечно, не те сейлки, что те. Это они будет это... Не, это пробная, потом будут разрисовать разрисованную. Да, 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 да. Цветовая гамма, а чего заказывают. Это ж все уже ими там цветовая. Хорошо? Хорошо, давай разрисуем. Давайте минутку внимания. Всем добрый день. Начнем с приятного момента. Сегодня у нашего тренера день рождения. Давайте поздравим от всего коллектива. Пожелаем здоровья, побед. Ну и всего самого положительного. Быть всегда с хорошим настроением и иметь повод для этого хорошего настроения. Эй, коридор. Веселее, Николаевич, веселее, день рождения. Размялись, растерлись, все нормально. А, я конечно. Ой, ближе. Осталось 4, по сути, 5 дней, да? За 5 дней у нас 2 игры и 3 тренировочных занятия. Поэтому концовка чемпионата, понимаем, что где-то накопились эмоциональные какие-то моменты, физические, но мы должны дорабатывать однозначно, профессионально относиться к себе. В первую очередь максимально сохранить всех здоровье, потому что это самый важный фактор, чтобы все спокойно ушли на перерыв. По сути дела уже меньше, чем через месяц уже старт сборов, мы еще играем. Поэтому очень короткая пауза будет, чуть-чуть передохнули и опять снова бой. И нужно будет наверстывать то упущенное, что мы упустили в этом чемпионате.